Всем привет! Вы на канале Лилины Пашат. Сегодня мы хотим рассказать про наш канал, про крыс. У нас есть Казимир и Савелий. Савелий сейчас спит, мы не стали его беспокоить. А Казимир, вот мы вам решили показать. Подписывайтесь обязательно, ссылочка будет в описании. Так что переходите и смотрите. Смотри, Казимирушка, что там? Ням-ням. Наш канал называется «Крысяки-пупсяки». Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Будем рады всем новым подписчикам. Пишите комментарии, лайкайте видео. И узнавайте новое что-то про крыс. Там самые такие интересные моменты мы собрали, как наши крысы что-то делают. Наших крыс зовут Казимир и Савелий. Знакомьтесь с ними на канале «Крысяки-пупсяки My Red». Ссылка будет в описании на канал. Так что будем всех очень-очень ждать. На видео сейчас показан кусочек с тем, как Савелий играет. Ну, что это у вас за выяснение отношений? Что вы, предупреждаете? Эй-э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 й! Драться не надо, драться нехорошо. Поговорили так на повышенных тонах, а драться не надо. Вы что? Вы что, не надо драться? Давайте мы все вопросы решим мирно. Давайте, не деремся, нет. Все, предупредил, кто кого предупредил, все. Все, расходимся, ребятки, расходимся, все. Казимирушка, Савушка, расходимся. Все, оба хороши. Все, Сава, все, расходимся, все. Нет, не надо драться, все. Не надо драться, говорю. Разошлись. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не надо драться. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь, и вы увидите еще много интересных видео на нашем канале и на канале Крысяки-пупсяки. Всех там будем ждать. Переходите по ссылке в описании.